Привет, я Гриша, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас «Егерь», это одна из лучших пневматических винтовок на рынке. Кстати, у нас есть такой же «Егерь», только с редуктором. Ознакомиться с ним и приобрести ты можешь здесь. А сейчас заставка. Интернет-магазин «Попади в десятку». Спереди расположен вывешенный высококачественный немецкий ствол, который подарит тебе точность стрельбы, чтобы закачанная колба не меняла траекторию полета снаряда. Винтовка прямоточная, можно быстро регулировать скорость. Резервуар винтовки изготовлен из усиленного авиационного сплава алюминия, обладающего троекратным запасом прочности. В ходе испытаний резервуары подвергаются нагрузкам до 450 бар под гидравлическим давлением. Ложа и приклад выполнены из натуральной древесины ореха. На нижней части ложи расположился манометр, благодаря которому можно отслеживать оставшееся давление в резервуаре. Максимальное рабочее давление на манометре составляет 300 бар. А вообще источником энергии пуль в данном оружии является баллон с сжатым воздухом. Суть данной конструкции заключается в том, что в эту колбу заранее закачивается воздух, который впоследствии и производит выталкивание пули из ствола. В комплекте быстросъемный штуцер под квик. Переходник под него не нужен. Он просто вставляется и производит накачку. Переходим наверх. Тут расположилась планка вивер на 22 мм, в которой крепятся оптические прицелы и коллиматоры. Перед вивером находится магазин, выполненный в виде барабана, который вмещает в себя 10 свинцовых пуль калибра 5,5 мм. Пули отправляются в магазин простым и удобным способом. Крутишь барабан и вставляешь. Для крепления магазина к коробке используются магниты, что дарит тебе радость в удобстве. Скорость полета пули может достигать 335 метров в секунду в зависимости от веса и типа пули. Подчеркиваю, может, потому что в Россию данная винтовочка поставляется в ослабленном виде, поэтому мощность может достигать до 3 джоулей. В общем и целом, компоновка винтовок по принципу bullpup помогает обеспечить большую длину ствола при стандартных габаритах оружия. Подобное решение возможно благодаря размещению спускового механизма ближе к прикладу оружия. Да, ложе винтовки подобного типа отличается от стандартного, но является не менее комфортным. Длина ствола 450 миллиметров, чего более чем достаточно для точной стрельбы на 100 и больше метров. Плюсом ко всему вышесказанному является то, что данный егерь просто прекрасен в своей точности. То есть при использовании пуль калибром 5,5 мм оружие способно поражать цели на расстоянии до 130 метров. Хорошо, а для кого данная винтовка? Вот для новичков, например, подойдет? Да, подойдет. Винтовка подойдет для наработки первичных навыков стрельбы, для спортивной, для тренировочной, а также для развлекательной стрельбы тоже. Проверим, кстати, скорость полета пуль. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, сделать это очень просто, нужно перейти в описание, кликнуть по ссылочке и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. А на этом, собственно, все. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк, напиши в комментариях, почему оно тебе понравилось. Можешь даже поделиться этим видео в социальных сетях. Если оно тебе не понравилось, тем более нажми дизлайк и напиши, почему оно тебе не понравилось. Мы абсолютно открыты к адекватной и заслуженной критике, а любая твоя активность помогает нам становиться лучше, делать наш контент интересней и качественней. Поэтому в этом мы можем помочь друг другу. Я Гриша, магазин «Попади в десятку». Чао!